ты еще не подписался на телеграм-канал, тогда советую это сделать. Тогда ты будешь в курсе всех новостей, которые не упоминаются ни на одном из источников. Какие видосы планируются, что я буду выпускать, чем занимаюсь в данный момент, ну и просто есть возможность со мной поболтать. Так что подписывайся обязательно, ссылка в описании. Также в нашей группе ВКонтакте Starstable Questions открылся свой мини-магазинчик услуг, в котором вы сможете записаться на занятия, оформить уход за лошадью или же ее тренировку, ну а также помощь в прохождении ивентов. Так что, если интересно, переходи по ссылке в описании. Всем привет, дорогие друзья, с вами снова я, Данали, и сегодня у нас видео покупка лошади нашему директору школы верховой езды Деборе Вэлберг. Это мой доп-персонаж, так что устраивайтесь поудобнее или же седлайте своих коней и поехали! Последние часы, последние несколько часов до обновления, до закрытия, насколько я помню, ярмарки со скидками, я все-таки решилась купить Деборе с ее третью лошадь, если я ничего не путаю. Ее, в принципе, третью лошадь на конюшне из купленных. У нее есть началка, бельгиец, голландец. И сегодня я хочу рискнуть и купить ей липициана. У нее нету пасофина, у нее нету никого больше. Все, у нее только вот первая начальная лошадь, потом бельгиец и голландец. Все. И иногда мне очень хочется покачать ей какую-нибудь лошадку, потому что я делаю задания, я делаю скачки, а опыт уходит просто куда-то впустую. Я не хочу с этим мириться, я хочу какую-нибудь лошадку. Вот, и долго думала, я решила, что хочу липициана, а тут как раз-таки скидочки, и как бы почему бы не захотеть во время скидок купить ей липа. Липициана, тем более я уже давно не испытывала чувства от покупки именно липицианчиков, поэтому да, давайте это исправлять. Недавно, или давно, я если честно уже не помню, я скидывала в свою группу ВКонтакте Starstable Questions, что вроде бы скидывала, что мне понравились две масти. И вроде бы как нам проспойлерили, что нам добавят еще масти голландской и как раз липициана. И я хотела дождаться выхода этих мастей, но поняла, что не могу я ждать, не могу, просто не могу. Хочу здесь и сейчас. И я до сих пор не решила, какую масть вот из этих двух, это... Насколько я помню, две серые в яблоко, просто они с разным оттенком, наверное. В общем, я так и не решила, какую из этих мастей я хочу больше к себе в конюшню. С одной стороны, вот этот очень интересный, и не все оценят эту масть. Она подходит не всем персонажам. Я пару раз как раз после этой ярмарки видела, как люди катаются на ней. Она очень красивая, но согласна с тем, что вот она не всем подходит и за счет своего такого очень теплого оттенка. В случае этого липициана, мне кажется, он вообще один из самых редких. То есть как раз-таки вороной липициан, гнедой липициан и вот этот серый в яблоко. Эта троица, наверное, вообще самая редкая. Или же нет, или же вот два серых и гнедой. Всех остальных можно увидеть намного-много чаще даже того же вороного. Так что я не знаю, если честно, какой из них подходит Деборе. Они вроде бы все классно смотрятся. Я не знаю, с одной стороны хочется вот этого, с другой стороны вот этого. Я реально разрываюсь, я не знаю, кого купить. Они оба шикарные, но двух я вообще никак не потяну, мне двух вообще не надо. Вот если бы он был бы чуть потемнее, то есть да, таким же коричневым, но чуть потемнее, я бы купила его. И смотрятся они тоже очень круто. Тоже очень классно, но при этом и вот и они смотрятся, мне кажется, сейчас намного круче вместе, точнее, тоже очень-очень круто, прям, ну, не могу, но я не знаю, это сложный шаг, мне кажется, я, неважно, какую масть я куплю, я в итоге все равно немножко расстроюсь относительно другой масти.
Но давайте, наверное, все-таки купим вот этого темненького. Красивого красавца. Это у нас будет жеребец. У нас все, по-моему, в конюшне жеребцы. Сила 3, дисциплина 2. Скорость, выносливость по 0. Гибкость 2. Вместе с изменением прически выйдет 684 СК. Так, ну вообще Дебора я называю всегда на английском языке, поэтому давайте быстренько перезайдем. Я перезашла, и когда перезашла, я поняла, что бельгиец-то у меня назван на русском. И вот появились сомнения, а голландец у меня тоже на русском. Откуда появилась вот эта мысль, что у Дебора все имена на английском? Я не знаю. Но я уже прикинула, уже, может быть, даже выбрала имя. Это будет Shadow Glow. Потому что он такой весь темненький, но при этом сияющий. Теневое сияние. Мне кажется, оно ему подходит. Это будет все-таки, да, решила, взрослый жеребец. Так что, ой, ребята, все, надо просто решиться, надо нажать купить. И у меня появится третья лошадь на аккаунте. Иногда меня безумно распирает на покупку лошадей на доп. Аккаунты, а иногда это очень-очень скромно. Я думаю, что зачем я покупаю лошадей на доп. Аккаунты, они им по факту не нужны, но при этом... Это, в общем, двоякое чувство. Кстати, у него очень пестрая мордашка, то есть тоже какие-то вкрапления темненькие. Очень интересно, только сейчас заметила. Фух, ладно. Взрослый жеребец Shadow Glow Липицан третьего поколения. Серый в яблоко. 684 СК. Buy horse. Are you sure you want to buy this horse? Yes. Да. Нажимаем. Здравствуй. О, как они классно смотрятся. Какой ты классный. Просто безумие. Тоже это одна из тех мастей, которые я никогда не думала, что куплю. Спасибо доп. Аккаунты за это. Спасибо, что даете мне возможность покупать таких вот лошадей, которых для себя бы я никогда не купила. Так что, ура, у Дебора появилась ее третья в жизни лошадь. Я безумно этому рада. Я думаю, придется покупать сет амуниции, потому что все те сеты, которые у меня есть, они практически все заняты, они находятся в работе, либо на выездку, либо на конкур, либо это сет на одну лошадь на выездку, другой сет на другую лошадь на выездку, потому что масти разные, и они не сочетаются между собой. Так что, ну, возможно, придется покупать сет. Не уверена, что я сделаю это сейчас, но, возможно, чуть позже. Не удивляемся, тут у меня легкий, совсем легкий беспорядок. Да, вот мои ребятушки. А, и все названы на русском. А, нет, да, Bad Glory у меня на английском, бельгиец на русском, началка на русском, и теперь еще липицан на английском. Да, так, сортируем. Такая просто полупустая конюшня. Это вдвойне странное ощущение, потому что конюшня пустая, вот просто еще даже первых 5 лошадей не набралось покупных, а как бы они такие крутые, они такие спортивные. Ой, здравствуй, Shadow Glow. Ну какой ты классный, как вы классно смотритесь-то. Я не прогадала с мастью, это прям то, что нужно. Очень шикарно, мне еще нравится, как у него грива смотрится в шишках. Прям то, что нужно. Идеально подходит. Сейчас мы быстренько ему уход сделаем, повысим его до второго уровня. Хотя, в принципе, можно было бы и не делать весь уход, но на первых уровнях это имеет значение, это очень хороший опыт. Здравствуй. Можно я на тебя сяду, да? Можно. Косичка, конечно, на хвосте меня жутко раздражает. Вот в данный момент, именно в данный момент на этой лошади, да, жутко прям меня дергает, но как классно. Так, опять у нас проблемы с добами. Ой, красавчики вы мои. Я не знаю, буду ли я когда-нибудь покупать на этот аккаунт Пасофина, но это первая лошадь,
такого, наверное, барочного типа, лебединая широченнейшая шея. Я не знаю, безумно очень рядом. Так, и что у меня по поводу амуниции? У меня откуда-то есть уздечка. Я не помню откуда, но догадываюсь. Так, ага, вот такие вот. Ну да, у меня не так много... Это что, это английское седло для конкура? У меня не так много амуниции на этом аккаунте. Самые лучшие комплекты уже заняты. А, вот это вот какая-то коричневая амуниция. Надо будет найти к ней седло. Очень интересно. Так, ну, наверное, я возьму вот это, вот эту уздечку. Вот этот вальтрап. Я думаю, смотреться будут сейчас они очень неплохо. Вот это седло. И нагавок, наверное, темных, черных у меня нету. Да, наверное, нету. Надо будет купить именно, чтобы черные, прям такие черные-черные нагавочки были. Ой, ну классно, ребята! Смотрите, как они... О-о-о-о. Необыкновенная масть, просто необыкновенная. Очень красивая. Он так отличается от бельгийца и голландца. Прям это вот, да, это вот, знаете, вот эта лошадь, которую вдруг ты неожиданно решаешь покупить себе на конюшню, она самая, допустим, ну, спортивная, к примеру, или была куплена именно для твоего развития в спорт, и так как тебе нужны определенные требования, она очень сильно отличается от остальных. Так, ну а теперь мы отправляемся в загон посмотреть на их движение. Итак, директор в загоне. Просто я все никак не нарадуюсь. Да, вот купить эту масть было лучшим решением. Та вторая масть, конечно, тоже очень классная, но все-таки вот это намного как-то эпичнее воспринимается. Такой шаг Липицана. Рысь. Красивейшая рысь. Потом у нас, к сожалению, Липицан обладает специальным аллюром на шифте, но пока его у нас нету. Да, вот это вот баг с тем, что мы перестаем прыгать на России, не работает, потому что лошадь с доп-анимацией. Ну что ж, очень жаль, но потом доп-анимация у нас, доп-алюр у нас появится. Манежный. Вот манежный у Липицанов меня всегда вызывал какое-то двоякое ощущение. Он вроде бы вот красивый, весь такой вот, ножки такие грациозные, но при этом что-то меня вечно смущало в их передних ногах, не знаю. Почему? Думаю, просто дело вкуса. Галоп. А вот галоп очень красивый. Он чем-то немножко похож на галоп Пасофина. Еще вот этот развивающийся хвост. Я только сейчас заметила, как у Липицана дергаются ушки во время такого галопа. Карьер. Напоминает отдаленно чем-то старый карьер лошадок первых поколений. Остановка. Очень резкая остановка. Осаживание. Ой, красиво. Очень красиво ножками назад переступает. И дыбы. Также у нас есть специальная анимация. Да-да-да. Ребят, можете даже мне и не писать в комментарии. Я поняла, как использовать эту кнопку, как ее делать. Но как бы только вам на видео. Сама я это никогда не использую. Я вообще очень редко использую специальные анимации. Вообще очень редко. Вот такое вот подпрыгивание и бдык ножками. Ну что, очень классно смотрится. Безумно рада покупке. Очень рада. Теперь этому аккаунту есть чем заняться. Не тратить опыт впустую. Сколько его было уже потрачено просто на ветер. Вы бы знали, насколько это прям очень-очень грустно. Но не зря я ждала, не зря не покупала лошадей. Я дождалась ярмарки. Думаю, следующей покупкой будет уже французский сель, а пока что мы будем заниматься с Shadow Glow. Очень классная вышла лошадка, прекрасный конь.
В ближайшее время, если кто-то из моих учеников, знакомых будет появляться в школе верховой езды, то будете лицезреть меня именно на этом звездном, скажем так, чуде. Ну а на этом все. Видео подошло к концу. Спасибо, что посмотрели его. Ставьте лайки и пишите комментарии о том, как вы покупали липицанов, когда это было, во время их выхода, конного фестиваля. Или, насколько помню, с ними уже была ярмарка со скидками. Какая у вас масть? Расскажите историю вашей дружбы с данными красивейшими барочными лошадками. Ну а на этом все. Я с вами прощаюсь. Не забывайте тренировать своих лошадок, чистить их, а также угощать морковкой. Всем пока. Удачи вам. Ну и до встречи в следующем видео. Вот не дай бог масть, которую добавят в ближайшее время, мне понравится настолько, что у меня появится на этом аккаунте 2 липициана.